С 1 июля казахстанским медикам на 30% увеличат заработную плату. Общественность с большим одобрением восприняла эту новость, потому что люди в белых халатах стоят на страже бесценного богатства – здоровья. Очевиден явный прогресс в медицине. Так, сложные операции на сердце, мозг и сосуды начнут делать в Казалинской районной больнице. Для этого в межрайонной больнице в поселке Айтибекиби установлено современное оборудование. Врачи прошли обучение. Благодарен врачам жители аула Басыкара Куандык Нурбаев. Сельские врачи провели ему сложную операцию. Было кровоизлияние в мозг. Благодаря грамотной операции на голову я жив, чувствую себя прекрасно, за что благодарен врачам и хирургам. Еще недавно для лечения подобных случаев из Кызылорды приходилось вызывать санавиацию. Теперь сложные операции на сердце, мозг и сосуды могут сделать и сельские специалисты. Один из них – молодой нейрохирург Кенесары Баспаев. Прошел 8-месячную стажировку в Кызылординском областном медицинском центре. Операции, которые раньше проводились в областных центрах или в крупных городах, мы планируем проводить у себя здесь, в межрайонной больнице. Так, на этот год запланировано 450 операций коронографии, в том числе и стентирование сосудов, и эмболизация аневризмы. Обучение и стажировку мы прошли вдвоем с коллегой, готовы оперировать. Для сердечно-сосудистых операций в Казалинской межрайонной больнице есть необходимое оборудование. Здесь установлены аппараты диагностики, ангиограф и компьютерный томограф. После обучения врачей в Кызылорде решили и проблему с кадрами. Если 2-3 года назад у нас был только один неонатолог, в настоящее время у нас 4 неонатолога. Также решена проблема с реаниматологами. Если раньше был один кардиолог, сейчас 2 кардиолога. Поэтому, в принципе, можно сказать, что у нас дефицит кадров нет. Этот вопрос решился путем переподготовки врачей общей практики. Расширилась и география обслуживания Казалинской межрайонной больницы. Помимо местных жителей здесь принимают пациентов из Аральского, Кармакшинского районов и города Байконур. Кристина Алмаскоза, Шарипа Сактапова, Досхан Сатпай, телеканал Кызылорда.